Приветствую, дорогие зрители, с вами Диллерон и меня котик Рипеп. Приветик, мяу. Продолжаем наши битвы монстров в Майнкрафте. Сегодня у нас будет очень эпичная битва. С нами будет сражаться Мобзилла, вернее, не с нами, а Мобзилла будет сражаться, не скажу с кем. В общем, будет сражаться с какой-то девчонкой. Это девушка из модификации Орос Паванмод. Так, я лечу к третьему нашему сундучку. Я отсюда забираю цветочек, мне нужен. Мне еще нужна гёрлфрендина. Возьму еще и обычный меч. Также еще можно, в принципе, всю эту фигню забрать. Хотя буду это по мере наносности все забирать. Так, давай ты приземляйся и спавни только одну Мобзиллу, больше не нужно, потому что больше это просто пипец. Да, это очень большая фигня, она еле помещается на нашей арене. Так, я надеюсь, Мобзилла, ты ж хорошая, ты ж не будешь мне все ушатывать. Так, мне нужна гёрлфрендина. Так, девушка, давай-ка я с тобой подружусь. Так, держи цветочки. Воу-воу-воу-воу-воу, я тебя дожидать нифига не успел. Эй, живи, она живи, вылетела. Девушка, живи. Как ты знаешь, начало такое не сильное, смотрю, офигенское. Так, кажется, что-то пошло не так. Да. Ты, я понял, ты очень злая Мобзилла. Так, я понял. Мне тогда сразу нужна какая-то крутая броня. Так, тогда возьмем хотя бы вот эту вот броню. Так, забираем эту броню. Я думаю, золотой меч даже можно не пытаться давать. Тогда возьмем хотя бы ультимейтовский меч. Так, ты дашь мне возможность призвать мне девушку и не трогай ее, пожалуйста, пока что. Так, тихо, следи за этой Мобзиллой. Следи за ней. Так, призываем девушку. Быстрее цветочек. Быстрее. Ой, прости. Так, быстрее одеть тебя. Так, быстрее. Тихо, без паники. Без паники. Вернись, где она? Девушка, стой. Она убежала. Стой, девушка. Блин, как-то все печально, я смотрю. Стой, хочу тебя одеть. Стой, подожди. Стой, я пытаюсь одеть ее, там зафигаривают. Я не успел ее одеть. Ай, печалька. Слушай, это коза здоровенная. Кажется, я вообще не верю в то, что у меня что-то получится сделать. Слышишь, ты слишком жесткая, Мобзилла. Я чувствую, сначала нужно призвать армию девушек, а уже потом пытаться заставить эту фигню сражаться с ними. Так, ладно, я последний раз попробую что-то сделать. Так, давай, девушка, родная моя. Так, тихо, живи, девушка, ты где? Ты где? Вот так, тихо. Девушка, живи. Так, на тебе сразу меч. Крутой меч. Шапку, штаны одевай. Так, одевай все. Одевай быстрее, одевай. Так, вернись, одевай. Блин, как она вообще одевается? Их же можно было как-то одевать. Так, стой. Я вообще не понимаю, где она. Девушка, вернись. Кошка, ты ее видишь? Вот она. Я ее не вижу, вижу. Она летает. Ее фигарит вообще очень больно. Офигеть. Мне кажется, она невидимая. Вот она, Я вообще думаю, что с этой Мобзиллой у нас ничего хорошего не выйдет. Офигеть, Мобзилла. Все, ее убили. Блин, ты слишком злое животное. Так, я все-таки понял, сначала нужно на спауне целую кучу девушек, а уже потом заставлять их с кем-то сражаться. Так, кошка, смотри, тоже втихаря какую-то броню приодела. Так, девчонка, погоди. Сейчас нужно на спауне целую кучу. Эй, какого фига? Да начинает с ними сражаться. Офигеть. Нет. Так, быстрее приручать, пока она всех не убила. Она слишком жестокая. Так, быстрее. Так, тихо. Так, не знаю, ты моя, не моя. Так, слушай, те девушки, которые считаются моими, пытаются нападать на девушек, которые не мои. Так, вот этих вот фигарят. Мне их нужно еще всех одеть, офигеть. Так, все, ты моя девушка, ты тоже моя девушка. Так, тихо, быстрее. Стали моей девушкой, пока тебя не ушатали. Так, вот ты. Быстрее, блин, они пытаются ее ушатать. Чего такие жесткие вообще? Так, быстрее. Все, она моя девушка. Так, вон еще одна, ничейная. Так, быстрее. Все, это тоже моя девушка. Так, теперь тебя. Так, отлично. У меня целая армия. Так, быстрее. Сейчас тебя зафигарят. Блинчик. Так, это какой-то пипец. Они против того, чтобы у меня было много девушек. Так, все, это успел сделать. Так, это бедненькая. Держи. Так, все, теперь все мои девушки. Офигеть, теперь всех вас одеть. О, это чувство будет очень долго. Так, ладно, мне нужны тапки. И теперь всем по очереди тапки одевать. Так, держи, ты тапки держи. Вот тебе тапки. Я чувствую, что эта броня не самая крутая. Так, теперь что мне нужно? Так, штаны. Теперь штаны все нужно дать. Так, тебе штаны, вот тебе. Блин, вы хотите мой меч забрать? Нифига, я тебе свой меч не отдам. Так, кого еще не одел? Так, тебя нужно одеть. А, вот блин, они такие сложные вообще. Почему нельзя посадить, чтобы они не бегали? Так, вот тебя еще одеть надо. Тебя нужно одеть. Так, кажется, я штаны еще не всем дораздал. Там какие-то еще голожопы остались. Вон, моя кошка уже со штанами бегает. Ну, все такие, вау, нифига себе. Мы видели цветочек. Так, давай тебя оденем. Кого там еще одеть надо? Вижу, ты не одетая. Тебя вообще нифига еще не одета. Так, еще грудаки на всех. Я чувствую, что эта броня вообще реально против Мобзиллы будет полнейшая хрень.
Так, давай, вот тебя одеваем, вот тебя одеваем. Так, тихо, девки, девки, без паники. Так, тебя одели, вот тебя одели. Кто у нас еще остался? Так, вижу, ты бегаешь, так, иди ко мне. Иди, моя хорошая. Так, одели. Так, вроде бы более-менее всех одел. Там некоторые раздетые бегают. Так, теперь нужны все мечи. Это меч вообще не очень. Так, нужен ультимейтовский. Так, ульти. Так, вот этот меч. Так, меч. Девки, кому меча? Так, тебе меч дали. Тебе. Так, слышь, отдай. Нифига себе. Она мою прицевалку забрала. Еще кто-то мой алмазный меч спер. Ну ладно, пофигу уже. Так, кому еще? Тебе нужно дать оружие. Я чувствую, Мамзила все равно наваляет. Все равно всем наваляет. Так, кто у меня еще безоружный? Вот ты безоружная. Так, мне нужно еще парочка мечей. Я себе, получается, меч покруче забрал. Так, давайте. Иди за мной, у кого нифига нету. Так, я вижу. У тебя нифига, ты вообще раздетая ходишь. На тебе хотя бы меч. Меч хотя бы возьми. Так, стой, безумная. Так, меч дали. Кошка, следи за ними, у кого нифига нету. Хотя здесь вот эти туси. Вообще нифига непонятно. Так, вижу, вот какая-то бегает здесь такая серенькая. Так, да, серенькая, да. Держи. Так, тебе дали. Вроде бы, вот еще у этой нифига нету. Вот, так, да, у тебя белая, что-то белая. Есть или нет? Так, вот, держи. Так, все, это тоже дали. Так, у меня еще осталась парочка мечей. Так, держи. Кажется, я у них забираю, другим даю. Так, у меня остался последний меч. Кому же мне его дать? Так, вроде бы у всех уже есть мечи. Так, надо, держи, вот тебе меч крутой. Фух. Ну, я не знаю, что это будет. Кошка, давай тогда... Слушай, погоди. Я перед тем, как призывать, я знаю, что это будет все равно жопа. Я хотя бы снеговиков возьму. Может, хотя бы снеговики помогут. Так, снеговик. Надеюсь, он не будет нападать на моих девушек. Так, это же будет просто не круто, если он будет нападать. Так, где? Так, все, кто-то убегает от меня. Так, вот, вернулась. Так, снеговик, ты не будешь обижать их? Так, вроде бы не обижает. Тогда сейчас больше снеговиков. Больше. Так, кошка, я думаю, что мы более-менее готовы. Жги, зови этого мобзилу. Вот, так, ой-ой-ой-ой. Ну давайте, вот этого, фигайте. Вот этого дядьку, вот этого хреначьте. Давайте. Что вы за мной все бегаете? Фигарьте его, вот этого здоровяка. Так, давайте. Кажется, он всех нафиг убил. Так, я вижу. Девчонки, давайте. Ну фигарьте же вы его. Они как-то не сильно его хотят фигарить. Так, давайте. Фигарьте его. Мне кажется, вообще не фигарят. 4000 хп у него. Ну да, кроме меня его, кажется, вообще никто не фигарит. Так, девки, давайте. Не заставляйте меня выходить из креатива. Я в креативе нахожусь себе более-менее нормально. Так, давайте, девчоночки, вы сможете. Что вы смотрите на меня? Девчоночки, мы сможем. Они его только начинают пинать, он их сразу всех раскидывает. Офигеть. И он регенится. Да, он регенится вообще очень быстро. Я чувствую, что им нужна вообще очень крутая броня. Тут им нужна броня вообще из Кинга, что ли, чтобы они хоть что-то смогли сделать. Всех девок перебил. Погибло. Офигеть, всех девок перебил. Вообще всех. Офигеть. Ах ты ж негодяй. Я их столько одевал, столько сил потратил, а ты их взял, всех поломал мне. Они одна поломал. Все, по-моему. Да все, больше нету ее. Больше вообще нету. Жаль. Печалька. Ну вот ты негодяйская морда, блин. Блин, это просто безумие. Эти девушки, они какие-то ненормальные все причем. Так, давайте, ну, дружитесь. Так, давай, ты становись моей девушкой. Так, быстрее. Ты знаешь, что ты не моя еще. Так, вот ты получай. Так, быстрее. Кого там фигарят? Нужно быстрее кромить цветами тех, кого фигарят. Блин, за всех вообще фигарят, вообще всех. Так, давай, вот ты. Получай. Блин, это такое безумие. Самое главное, что там мобзила придет и всех нашатает вообще. Ушатает и вышатает вообще всех. Так, давай еще ты иди сюда, давай, да ты получай, быстрее. Ого. Быстрее, не обижайте ее. Офигеть, блин, они злые все, они все злые, все вообще злые. Блинчик, нафига их столько наспавнил? Их нужно было спавнить где-то вообще кучками. Так, ты получай, так, быстрее. Ты какое-то безумие. Безумная вечеринка. Вечеринка с избиением. Офигеть. Так, вроде бы все угомонились. Так, отлетаем куда-то подальше. Так, эта толпа убежала, которая мои уже. Так, это не моя еще. Так, это еще не моя. Так, держи быстрее. Так, быстрее, стала моей. Так, давай тебя. Так, ты еще получай. Такие-то не битвы. У нас сегодня должны были быть какие-то опасные битвы монстров. Но получается вообще непонятно. Хотя между собой не дерутся, конечно. Так, быстрее. Не обижайте ее.
Так, вот еще ничейная девушка. Так, быстрее, вроде бы своей сделаю. Так, это ты вообще пытался тебе цветов дать. Так, давай, 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 давай. Все, вроде бы последнее. Ох, этой толпе сейчас давай теперь кучу брони. Офигеть, это миллион времени просто уйдет. Так, кто у нас там остался? Вот эти вот три штучки. Так, давай, ты получай, и вот ты еще получай. Офигеть, блин, почему нету более такого скоростного способа их всех быстренько одеть? Может быть, через командные блоки попытаться их всех одеть? О, ладно, пофигу, сейчас одену, вернусь. Боже, какое же это безумие! Их всех одеть просто невозможно. Посмотри на эту бегающую мясорубку. Это ой, просто пипец какой-то. Я не знаю, у нас получится, либо что-то не получится из-за этого. Так, кошак, давай. Вызывай, вызывай этого здоровяка. Сейчас так, я надеюсь, что они хотя бы смогут ему что-то все, сделать. Вот. Так, пацаны, пацаны и девчонки, у вас мечи на 600 или сколько там вообще урона. Вы должны его крошить. Так, а ну, крошите его. Крошите этого здоровяка. Так, вроде они его дамажат. Так, а ну-ка, о, давайте, круто. Давайте, давайте, давайте. Крошите его, крошите. Крошите, у вас офигенские, офигенские просто мечи. Мечи просто офигенности. Так, давайте, давайте, давайте. Если кто-то умирает, вы подбираете его оружие и фигарьте его. Так, ну давайте. Они как-то вообще не сильно хотят фигарить. Так, иду, получай, получай, получай. Вот этого пацана нужно фигарить. Вот этого пацана. Давайте, давайте, давайте. Его фигарьте, его фигарьте. Не жалейте его, не жалейте. Среднего фигарят. Душа, мне кажется, это вообще невозможно. Кто сказал, мы хотим бой мобзилы? Вот он, бой мобзилы. Это вообще нереально. Давайте, 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 давайте. Ушатывайтесь. Кажется, все девки передохли уже. Мне нужен тоже какой-то офигенный меч. Так, где этот офигенный меч? Вот, у меня тоже есть этот меч. Я помогу вам, девчонки. Я тоже помогу. Помогаю. Вам, помогу вам. Так, получай, 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 получай. Запинываем, запинываем. Девки, девки, мы сможем. Девчата, кошка, тоже помогай. Пофиг, что да, это здоровяк за тебя. Уже. Давай, 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 давай. Пофиг, что мы в креативе, пофиг. Походу, мы на все. Так, отлично, отлично, отлично. Да там куча девок еще. Девки, вы сможете. Ты посмотри, мясорубка еще бегает мы это. Мы справимся. Это мясорубка сможет. Так, давай, 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 давай. Кошка, ты тоже помогай. Так, давайте, я помогаю, давайте, девчонки. Девки кончаются вообще. Я вас только одевал, вы заканчиваетесь. Так, а ну, давайте. Сдохни, сдохни, здоровяк. Офигеть, какой давай, он большой. Давай, давай, это просто как... безумие. Я считаю, что братишки справились бы лучше. Не знаю, как вы думаете, братишки справились бы с мобзилой Руши или нет? Я даже не уверен. Но их реально очень тяжело одевать. Воу, 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 воу. О, умирает, умирает. Разоралась. Так, давайте, 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 давайте. У кого там нет оружия, девчонки? Остались те, которые вообще безоружные. Что за фигня? Эта мобзила перебила всех девок. Так, Машка, ну не мешай, не мешай. Пусть сами добьют. Пусть сами добьют. Может быть, справятся. Так, давай. Ну, ну, ну. Осталось. Блин, она отхиливаться начала. Она отхиливается. Девчата, девчята, давайте. Девчата, ладно, я понял. Это кошка фас. Все, отлично. Все, офигеть, отлично. Сколько мусора выпало. Вот это безумие. Ты посмотри. Вообще хреново, куча мусора. Девчонки, мы справились. Мы с вами справились. Вы просто лучшие. Вот вам еще немножечко кого побить. Вон этих. Истребляйте себе подобных. Офигеть, безумие. Ладно, в общем, спасибо, что вы смотрели. Для вас играли и комментировали Делерон и Миникотик. Если хотите увидеть схватку Кинга с братишками, можете писать в комментариях. Я сделаю такую схватку, думаю, будет прикольно. В общем, всем большое спасибо за просмотр. До скорых встреч и всем пока-пока. Всем пока. Блин, Мобзила вообще жесткая, пипец.